Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю оригинальную закуску, которая называется сюрприз. Закуска по этому рецепту получается красивой, свежей и очень вкусной. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить. Для начала приготовлю начинку. Сыр и чеснок нужно натереть на мелкой терке. Сюда же добавляю мелко нарезанный свежий укроп, небольшое количество майонеза и все перемешиваю. Вот такая у вас должна получиться начинка. Нужно, чтобы она была не слишком мокрой. А сейчас с помощью овощечистки огурец нужно нарезать на тонкие и длинные слайсы. Буду формировать закуску. Беру 2 слайса из огурцов и выкладываю их вот таким вот образом друг на дружку. И теперь в центр я выкладываю приблизительно 1 чайную ложку начинки. Теперь берем края и вот таким вот образом их подгибаем. Лишние нужно немножко подрезать. Вот так вот с одной стороны, с другой стороны. И теперь края, которые остались. Вот такая чудесная получается закуска. И таким образом я оформлю всю остальную закуску. Теперь приступаю к украшению закуски. Беру 1 веточку петрушки, выкладываю ее на закуску. Понадобятся помидоры черри. Помидоры я разрезаю на 2 части. Выкладываю сверху на закуску. И все это скрепляю шпажкой. И таким образом я украшу все закуски. Закуска-сюрприз готова! Закуска по этому рецепту получается красивой, праздничной, свежей и очень вкусной. Такая закуска будет настоящим сюрпризом для ваших гостей. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления закуски и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!